Ребят, всем привет! Пишу еще, конечно, не с GoPro, с телефона. Так вот, что хочу сказать. Тут интересная ситуация получилась. В общем, сейчас стоим, грузимся с Ой в Роттердаме. Наша задача погрузить 3800. То есть они нас сначала погрузят, в общем, 3000, 3300 где-то так. Освободят вот эту емкость, откуда вот он тащит. Вот. Потом нам нужно будет перешифтоваться назад или вперед. А причина этому, короче, судно загрузилось. Вместо вот этой сои, которую мы сейчас грузим, они загрузили, короче, гормил. Но это совсем другой груз. Но он тоже пищевой. Короче, надо сюда прийти, будет выгрузить обратно эти 3200. Потом почиститься быстро и загрузить снова. Представляете? Веселье какое. И на какие бабки попадает, кто там, я не знаю. Попадают все, короче. Включая старшего помощника. Вот такие, ребят, новости. Так вот выглядит соя во всей красе. Сервеер голландский. Ребята, вот человек работает уже 42 года вот на этом терминале. Можете себе поверить? 42 года. Просто невероятно. Ну, видите, что он не молодой. Подобным. А что делать? Надо работать.